В администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. В онлайн-режиме руководители структурных подразделений и ведомств отчитались главе округа о проделанной работе. Итоги прошедшей недели у моих коллег. За последние 7 дней люберецкие стражи правопорядка возбудили 23 уголовных дела. 19 из них раскрыли по горячим следам. В преддверии новогодних праздников МВД Люберецкое предупреждает, в округе активизировались телефонные мошенники. Поступают звонки из банков, якобы люди на это продолжают вестись и присылают преступникам небольшие суммы денег. Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Люберецкого округа, чтобы еще раз были внимательны по данному направлению, чтобы лишний раз перепроверяли, кто им звонит на телефоны, звонили в службу банка, звонили в полицию. По сигналу тревоги сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали 50 раз, ликвидировали 10 возгораний. 5 раз оказывали помощь коллегам сопредельных гарнизонов. Больше никаких каких-то происшествий на территории округа не произошло. На минувшей неделе велись работы по содержанию дорожной инфраструктуры округа. Для уборки проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта были задействованы 74 дорожных рабочих и 53 единицы спецтехники. Александр Колганов, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.